Осенью прошлого года во время ремонта шоссе Тюнина многие автомобилисты объезжали пробку по велосипедной дорожке. Это часто мешало велосипедистам, иногда даже создавались аварийные ситуации. Видео прислал читатель сайта Курган.ру Владимир. Автомобилистов тоже понять можно. Стояли в этой пробке много часов, Курган не привык к таким большим пробкам. Тем более, когда возвращаешься с работы домой и приходится стоять в этой пробке, не очень приятно. Поэтому старались относиться к этому более или менее лояльно. Крутые виражи на Курганской дороге 26 января на перекрестке улиц Коли Миготина и Томина едва не произошло ДТП. Автор очередной видеозаписи, пришедший в рубрику «Мобильные новости», предостерегает автовладельцев. После затопления дороги водой последствия лед так и не убрали, из-за чего может произойти авария. 26 января в микрорайоне Рябково на пешеходном переходе водитель автомобиля ВАЗ-2111 не пропустил женщину с коляской. Избитая ситуация, пишет автор материала Жора. У водителя был прекрасный обзор пешеходного перехода, и все равно он поступил по-хамски. Жора прислал еще один материал – видеоподборка случаев вежливого поведения на дорогах города Кургана. Автор призывает автомобилистов быть добрее друг к другу, ведь затратив всего пару секунд для того, чтобы пропустить другого участника движения, вы дарите ему положительные эмоции, что благотворно сказывается на манере вождения и побуждает водителя тоже сделать что-нибудь приятное другим. Если и вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения или просто интересных случаев и успели заснять все на видеокамеру, присылайте свои записи в рубрику «Мобильные новости», а в конце каждого месяца автор самого популярного материала получит приз от партнеров проекта.